Юбилейный шеврон и россыпь медалей на кителе Георгия Колещука видно издалека. Такое количество наград символизирует о большом гражданском подвиге жителя станицы Анапской. Из 76 прожитых лет 18 мужчина выполнял стратегическую задачу государства. В должности инспектора технического надзора по контролю за качеством строительства Георгий Алексеевич покорял БАМ. Это такой душевный подъем. Я же молодой был тогда. И я работал на ответственной работе. И мне это было настолько приятно. В юбилейную дату в Каминном зале Центра культуры «Родина» собрались более 30 участников одной из самой масштабной стройки страны. С 50-летием Байкало-Амурской магистрали тружеников поздравили от имени мэра Анапы. Это колоссальный проект, который стал не только серьезным испытанием, но и поводом для гордости всей нашей страны. А для многих из вас – делом всей жизни, школой мужества и патриотизма. Огромное спасибо за ваш труд и колоссальный вклад в развитие нашей великой страны. Крепкого вам здоровья, счастья, мира и семейного благополучия. Хотелось бы так, чтобы наша молодежь вот так же, с таким настроением, с таким настроем, также продолжала ваше дело. Вам спасибо огромное за ваш труд. Я желаю вам здоровья, счастья, мирного неба над головой, и чтобы БАМ процветал и рос. В торжественной обстановке анапчан наградили памятными медалями, а лучшие творческие коллективы Анапы подарили БАМовцам концертные номера. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.